Hi everyone. Сейчас второй вариант проработаем вашего Spotlight on Exams из 2019 года издания. Но, к сожалению, здесь авторы, скажем, не авторы, а издательство забыло подвесить аудио. Вот эту вот часть мы попробуем. Никак мы не попробуем, потому что это listening. Ну, формат без listening, без аудио мы его не сделаем, но зато поймем, какой хотя бы формат, что изменилось. Итак, сначала study skills, чему вас хотят научить, собственно. Угу. Multiple matching, множественный выбор, подбор. Почему? Потому что у вас теперь задание вот такое будет, не multiple choice, там, где мы, помните, АБЦ выбирали. You will hear six statements, у вас будет шесть утверждений. Match each speaker's statement A after the statements given in the list. Each statement can only be used once, и one of the statements is extra, одно лишнее. You will hear the recording twice, ну хотя бы дважды будете слушать. Например, есть утверждение, we usually entertain ourselves at home, мы сами дома развлекаемся. I only meet up with my friends for celebrations, я только встречаюсь с друзьями на какие-то праздники. It's important to us to try new activities, нам важно пробовать что-то новое, какие-то виды деятельности. I chat with my friends often, but not face to face. Я часто сболтаюсь с друзьями, но не лицом к лицу, но, видимо, по телефону, какие-то другие средства связи. I usually go shopping with my friends, обычно хожу за покупками с друзьями. И my friends and I prefer outdoor activities. Most of my social activities involve sport. Большинство из моих каких-то общественных деятельностей, моей социальной активности включает в себя какой-то вид спорта. Well. И будет 6 высказываний, и надо будет подобрать. Вот это вот у вас то, что изменилось. Multiple matching. Что же это такое? Read the sentences before you listen. Мы так и делаем всегда. Читайте предложение того, как вы будете слушать. And find key words in the sentences. Ключевые слова. Think of или подумайте, или listen, или выслушайте, как бы послушайте, for words that mean the same as the words in the sentences, synonyms and related words. То есть всегда там будет какая-то перефразировка, да, то есть другими синонимами и какими-то относящимися словами к этому будет пересказано то же, что вы услышали. The exact words in the sentences will not be heard on the recording. Не точные вот эти вот слова в предложениях вы не услышите в записи. When you listen, точнее, вы можете их услышать, но не будет неправильного ответа, скорее всего, да? When you listen, think of a word that sums up, подытоживает. Когда вы слушаете, подумайте о слове, которое бы подытожило то, что говорит speaker, да? Speaker's talking about. You will hear information which may make one or more answers seem appropriate. Вы услышите информацию, которая будет, возможно, сделать одно или несколько ответов казащимися, будут они казаться вам подходящими, ну, естественно. Listen for the keywords. Слушайте, ищите ключевые слова and expressions, выражения, that indicate the correct answer, которые бы указали на точный ответ. В предыдущем варианте задания, помните, там прям вот вообще понятно-понятно, все так однозначно-однозначно. Здесь, возможно, чуть усложнили. When you hear the recording again, когда опять слышите запись, listen carefully to check your answers. Послушайте внимательно, чтобы проверить ответы. Вам даются два раза. Всегда дважды. То есть вы можете себя исправить. Главное не пропустить этот прекрасный момент, зазевавшись там или на что-то отвлекаясь. Далее у вас reading. Match the text to the headings. Ну, здесь все тоже осталось, да? Тексты с заголовками. Put your answer in the table. Each number can only be used once. There is one extra heading. Один лишний. То же самое там было, да? И главное это все потом успеть в табличку занести, потому что проверять будет вот это. Вот здесь мы отмечаем для себя там один A, да, и все такое. Это только для себя. Ваша задача успеть это все перенести в таблицу. Ну, тогда поехали. Что ж такое study skills, matching headings to paragraphs. Read the headings and find the keywords. Read the text quickly and find the keyword there. Прочитай быстро текст и найди ключевые слова там. Think about the gist of each text. Послушай, подумай о gist, это общая идея, общий смысл уловить каждого текста. And what it's trying to do. И что он пытается сказать, сделать. Then try to match the headings to the text. Remember that the extra heading is there to catch you out. Чтобы тебя поймать, как бы, да, чтобы завести в заблуждение. Лишнее там для этого не создано. Утверждение. Ну, обычно как мы с вами проходили? Мы просто читаем дословно все это, вы должны четко понимать. Тут лексика не суперсложная.
И потом сразу читая, первое прочитывая, да, вы сразу уже чуть-чуть уже ориентируетесь. Там, где вот эти вот двойственные, где вы into minds, в сомнениях, там уже подробно перечитываете, да. What friends are for? Зачем нужны друзья? Not just people, не просто люди. Rooted in history, корнями уходит в историю. Health benefits, польза для здоровья. Being excluded hurts, да, быть исключенным откуда-то, это больно. Learning and growing, изучая, как обучение и рост ваш. Extending lives, расширяя, продлевая жизни. Fighting stress, бороться со стрессом. Здесь чуть-чуть посложнее, чем то, что мы с вами только что там проходили в старом варианте, когда просто подобрать. Friends make life more fun. We discover this when we are young children, and it remains true throughout our whole lives. But not everybody knows that friends are important for more than fun. Having good friends offer many practical benefits. Итак, друзья делают жизнь более веселой. Мы обнаружим это, когда мы еще совсем маленькие дети. И это остается, it remains true, это остается истинным по всей жизни, всю целую жизнь, нашей целой жизни. Но не все знают, что друзья важны не чуть для большего, чем просто веселье. Иметь хороших друзей предлагает много как бы практических выгод для вас, полезностей. Но здесь больше всего, скорее всего, вот это, вот friends are for, зачем нужны друзья, да? Скорее всего, так оно и есть. Но мы пока давайте вот так тут отметим. Мысленно его вычеркнем. Но если что, будем перепроверять. First of all, friends can keep you well. Прежде всего, друзья поддерживают тебя в хорошем состоянии здоровья. People with a lot of friends catch fewer colds and flus, even though social people are exposed to more viruses. Люди, у которых много друзей, ловят меньше простуд и гриппа, меньше заболевают, даже хотя общительные люди как бы представлены, exposed to, выставлены дословно, да, экспонируются большим количеством вирусов. Ну, понятно, если вы больше общаетесь с людьми, то чаще можете заразиться, но при этом вы меньше болеете, ну, по статистике, потому что у вас иммунитет хороший, у вас хорошее настроение, у вас вы общительно, вам есть с кем поговорить в этом смысле. Old people with active social lives are more likely to have healthy brains. Пожилые люди с активной социальной жизнью на более вероятно иметь здоровые мозги, в буквальном смысле слова. And men who had heart attacks were found to recover better if they had friends. А мужчины с сердечным приступом, после сердечных приступов, обнаружились, как бы, что они восстанавливаются лучше, если у них были друзья. Ну, здесь понятно о чем. Health benefits, то есть польза для здоровья друзей. И текст уже связанный, видите, в отличие от тех кусочков. So, it's not surprising that research has shown that people with strong social ties live longer than people who are not socially active. Поэтому неудивительно, что исследование показало, что люди со сильными социальными связями живут дольше, чем люди, которые не очень социально активны. One study found that lifespans, вот продолжительность жизни, of people with good friendships were 22% longer than those with the fewest friends. Одно изучение, старое исследование показало, что продолжительность жизни людей с хорошими связями, с хорошей дружбой, было на 22% длиннее продолжительность жизни, чем те, которые с меньшим количеством друзей. However, people with lots of relatives and children did not get the same benefit. Это точно. Однако, люди с большим количеством родственников и детей не получают ту же самую как бы пользу. Да, там другие заботы. Что это у нас такое? Ага. Extending lives, продлевая жизнь. Может быть, вот это, да? Получается, что в буквальном смысле удлиняет жизнь, дружба. Да? Больше там абсолютно ничего не подходит. Вроде бы как. Ой. А что я зачеркиваю, я не пишу. Так, и здесь у нас би первое, да? Ой, второе, четвертое про здоровье. Вот так, 1, 4, 7. Далее. This could be because friendships help us to cope with difficult situations. Это возможно потому, что дружба помогает нам справляться с тяжелыми ситуациями. One piece of research found, одно исследование. Research не имеет множественного числа, поэтому надо говорить one piece of, как один кусочек of advice, of furniture, вот этого, да, и с неисчисляемыми. Одно исследование обнаружило that people who had a friend with them thought that it would be easier to climb a hill than people who were alone. Итак, показало исследование, обнаружило, что люди, которые имели друга рядом с собой, думали, что это будет легче взбираться на холм, чем люди, которые были одни.
То есть их опросили перед тем, как лезть на холм, как вы считаете, это можно сделать или нет, да? И вот им показалось, что это легче, когда они не одни. Ну, человек – существо стадное, коллективное. Это еще мартышка Анфиса, это знала хорошо, Вера и Анфиса. Помните детский мультик советский? Так. In other words, social support made a difficult task seem easier. Другими словами, социальная поддержка делает тяжелую задачу казаться легче. Friends are also great at making us laugh, which is a sure way to calm us down and make us feel happier. Друзья, это также, они хороши в чем заставить нас смеяться, что, в свою очередь, наверняка путь такой, четкий путь, успокоить нас и заставить нас чувствовать себя счастливее. Итак, что здесь? Справляться с difficult situations, да, что-то в таком духе. Fighting stress, может быть, вот это вот со стрессом, да, с тяжелыми ситуациями. Ну, да, вроде бы как, ближе к этому. Cope with difficult situations, другими словами, справляться со стрессом, другому вроде там ничего не подходит. Еще раз. On the other hand, с другой стороны, when we argue with friends or we are not allowed to join a social group, it feels bad. Ну да, сразу понятно, что если вас исключают социальные группы, вы как бы it hurts. Раньше от этого просто умирали. Самое главное наказание было выгнать из города, да, через поселение человека. Потому это означало физическую смерть. Итак, с другой стороны, когда мы ссоримся с друзьями или нам не позволено присоединиться к социальной группе, это чувствуется не очень приятно, чувствуется как неприятно. Scientists who study the brain have found that the same parts of the brain are active when we are left out socially as when we break a bone. Ученые, которые изучают мозг, обнаружили, что та же часть мозга активна, когда нас оставляют социально, мы исключены из общества, как бы, да? Также, когда мы... Та же часть, которая отвечает за то, что когда мы сломаем кость. Ну вот сидим дома на карантине, никого не видим, считайте, что у вас переломы, то есть страдаем мы примерно так же, да? Никого не видя. So, the pain we feel when things go wrong with our friendships is just as real as the physical pain we feel when we are injured. Таким образом, боль, которую мы чувствуем, когда что-то идет не так с нашей дружбой, такая же реальная, как и физическая боль, которую мы чувствуем, когда мы повреждены, когда у нас ранение какое-то, да? Это being excluded hurts. Быть excluded, исключенным из кого-то, какого-то общества, это больно. 5. Ну, опять же, так в корнях нашей эволюции, да? Okay. Indeed, in past times, people depended on friendships to survive. В самом деле, в древние времена люди зависели от дружбы и от связей, как бы, чтобы выжить. They needed help from others to protect themselves from enemies and to get resources like food and water. Им нужна была помощь от других людей, чтобы защищать себя от врагов и получать ресурсы, такие как еда и вода. For our distant ancestors, для наших отдаленных предков, distant ancestors, being left alone could be deadly, а быть оставлен одному означало, могло быть смертельно. This could be the reason behind why we feel so upset and we lose friends even today. Это могла быть причина, стоящая за the reason behind, как бы за нами. Почему мы чувствуем такими себя огорченными, когда мы теряем друзей даже сейчас? То есть, где и откуда... Rooted in history. Это все корни в истории. Что я пропустила? Так, подождите. 3. Ничего не пропустила, я просто еще не дочитала. Вот же еще один. Even animals have friends. Даже животные имеют друзей. They form small groups of close friends. Они формируют малые группы близких друзей. And larger groups of more distant friends. И большие группы более далеких друзей. And animal friendships can sometimes even be between species. Или species. И животные, вот эта дружба животных, может быть иногда даже между видами, межвидовая. For example, some zoos raise cheetahs, cubs with a puppy friend. Например, в некоторых зоопарках выращивают чита, это гепард, каб, это маленький детеныш, вот этот вот кошечка маленькая, с другом-щенком. The big cats learn from the dogs to be more relaxed and trust humans, and are less stressed and healthier as a result. Большие кошки учатся от собак быть более расслабленными и доверять людям,
и менее стрессовым, как бы меньше стрессуют и более здоровы в результате. Ну, они дикие животные, в зоопарке держать. Все-таки это не собаки, которые привыкли к людям, это понятно, да? Так, что это у нас такое? Not just people, не только люди, или learning and growing? Нет, скорее это not just people, согласитесь, не только люди. Even animals have friends, вот ваш topic sentence, да? Даже люди, даже звери имеют друзей. А learning and growing – это про то, что, ну да, они вот вырастают, учатся быть не такими пугливыми, но это немножко другое. Здесь идея в том, что не только люди имеют друзей. Ну, я так считаю. Ответов нет, поэтому it's subject to discuss, хотите обсуждать, но мне кажется, что вот это будет лучше. Окей. Answers получились вот такие. Значит, not just people – это два. Ну, вот сюда можете перенести, да, 1, 2, 4... 7C, 8D, 5, и что там на 6? 5, 3, F. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Одного не хватает, все правильно. Learning and growing у нас осталось за бортом. Оказалось, excluded. Возможно, ему даже больно, что он не вошел в наш список. Ну, а что делать? Так, use of English, study skills. Вот здесь вот обратите внимание на Петра. The Bronze Horseman. В то, каком смысле? Там у вас было, вы выбирали, помните, там А, Б, С, Д, да? А здесь вот они все даны, вам надо будет просто обвести. Ну, это немножко более удобно. Почему, в каком контексте? Вы когда пишете все подряд, в смысле вы не пишете, когда вы читаете подряд, лучше fit, лучше встраиваться в строку и лучше себя, может быть, проверять, чем когда оно внизу, а еще умные люди печатают вообще с другой стороны иногда, умные в кавычках, и супер неудобно, приходится переворачивать каждую страницу, дергаться. Вот так, может быть, будет удобнее. Text completion, multiple choice. Read the text quickly to get the gist, чтобы получить главную идею. Read again and choose the best answer for each gap. Ну, мы это делаем сходу сразу, да? Зачастую так получается. Но потом обязательно, всегда говорю, обязательно перечитайте, чтобы проверить. Почему, когда там пропуск, я всегда говорю, вписывайте, чтобы потом вы могли перечитать. И make it sense или не make. Pay attention to the words before and after each gap. Да, потому что грамматика помогает. The task tests, это задание тестирует both как lexis, так и grammar. Как лексику, так и грамматику. Read the completed text to make sure it makes sense. Ну, собственно, что мы и делаем. Давайте еще раз про Петра прочитаем. Peter the Great. Peter the Great, 1672-1725, is probably the most famous of all the Russian tsars. Under his rule, Russia changed from being a poor farming society into an empire as strong as the other European powers. Peter toured Europe, sometimes in disguise, to avoid being recognized, избежать того, чтобы его узнали, после вот всегда ерунди, вот и грамматика сейчас помогает, and learned about Western culture and science. Returning to Russia, he changes, мы их made, делаем, да, to his army and government to make Russia more like Europe, especially Germany. He, время, значит, spent much of his time fighting wars, first against the Ottoman Empire and then against Sweden. On some land he conquered along the Baltic Sea, he founded St. Petersburg, his most lasting contribution to Russia. A gateway to Europe, St. Petersburg became the new capital of his kingdom. In 1725, after bravely trying to rescue some drowning sailors, he ended up with a bad cold and died a short time later. Краткое время спустя. Вот, ну здесь такие простые, вроде бы, когда штуки, надо ли объяснять, почему? Ну, я в первом там уже объясняла, в старом кусочке, да? The most – грамматика, changed from – сменился, поменялось от до, avoid – doing чего-то, избежать чего-то, make changes – сделать, вносить изменения, проводить время, spend time – тоже устойчивое выражение, кого-чего, his kingdom – вообще детский лепет, предлог, да? И a short time – короткое время, sometime – некоторое время, any был, не было бы, да, a little time – немножко времени. Это странно, a little time later, да, в том смысле, что немножко времени спустя. A few time вообще не бывает, a few несколько только перед исчисляемыми. То есть a few hours могло бы быть несколько часов, но time, отрезок времени просто, ну, a перед ним, потому что определение есть, a short time later, краткое время спустя.
Well, ну вот так вот. Что еще? Speaking вам подсказывает. Study skills. Вот это себя записать, зарекордировать, так сказать, на диктофон. Reading aloud. Читать в голос. When you read a text aloud, pay attention to. Это у вас нововведение, это вы будете читать в голос, да, там, показать, что вы хоть читать умеете. Кстати, это больная проблема. Это я вижу по своим. Очень многие учащиеся до 10 класса, и до 11, в 11 с ошибками читают. А вы просто не читали никогда в голос. И приходится вот прямо вот вставлять, читать в голос. Все, что видим, все, что делаем, читайте в голос. Быстро исправляются, потом так удивляются. Как же они вначале-то бэкали-бэкали, а потом так вычитались резко. Потому что вам в классе не приходится читать, вот почему. И поэтому вам даже ввели это в экзамен. Итак, when you read a text aloud, pay attention to. Speed, скорость. Don't go too fast or too slow. Clarity, ясность. Speak in a loud, clear voice. Громким, четким голосом. Pronunciation, произношение. Say the difficult words to yourself as you read the text silently. Проговори эти слова к себе самому, когда ты читаешь текст тихо, то есть протренируй его. Intonation, read with expression, not a monotone. С выражением, не монотонно. Rhythm, when you read with rhythm, the text flows. Когда вы читаете с ритмом, текст как бы течет, да? Фу, ну с ритмом, скорее всего, наверное, будет самое сложное, потому что эта рапсодия, мелодика британской речи, она вот такая, он такая, на-на-на-на-на-на-на, вот вы слышали, да? Imagine that you are preparing for a project with your friend. You have found some interesting material for the presentation, and you want to read the text on the left to your friend. You have 1.5 minutes to read the text silently. Вам дается 1.5 минуты прочитать его тихо. Then be ready to read it aloud. Про себя, то есть, а потом уже будь готов читать в голос. You will not have more than 1.5 minutes to read it. И, естественно, читать надо быстро в голос тоже. Не сильно медленно, но не сильно так, чтобы совсем быстро. Но 1.5 минуты вам дадут. 1.5 минуты дадут. Writing. Здесь почему-то как раз этого текста не дали, а лучше бы нам дали текст потренировать, да? Writing. You have received a letter from your English-speaking pen friend Eve, who writes. Eve вам пишет. Yesterday, I went to the cinema with my brothers. We have so much fun together. What about you? How many people are there in your family? What are they like? Who do you get on most with? I got to go now. I'm meeting my best friend Alexa. Очень похоже на старый вариант. Да? Вчера я пошла в кино с моими братьями. Мы отлично провели время. Как насчет тебя? Сколько людей в твоей семье? Какие они? И как вы уживаетесь? С кем? Наоборот, тут надо человека конкретно. С кем у тебя get on most with лучше всего отношения? Сейчас я должна идти, я встречаюсь с своей лучшей подругой Алексой. Write a letter to Eve. In your letter, answer her questions. То есть вам надо ответить. Dear Alexa, it's nice to hear from you again. Thank you for your letter and your questions. I will be glad to answer them. Вот вам уже первые 30 слов, наверное. Как насчет тебя? How many people are there in my family? И вот, и второе. Второй у вас абзац, тело само письма как раз начнется. Now I'm going to tell about my family. Now, или now I'd like to answer your questions. There are столько-то people in my family. My father, или просто my parents, and my two brothers. Подсократить слова. What are they like? Какие они? Oh, my parents are really helpful. They often help me with my homework. Или my parents are very understanding people. Или my parents are very какие-нибудь там... really overprotective, which I don't like a lot. Да? My elder brother is okay, but my younger brother is a real pest. Настоящий паразит. Это не мои слова, это в вашем сборнике было так про ребенка сказано, типа это нормально. Ну, то есть вам bothering you, всегда annoying you, да? Who do you get on most with? But most of all, I like my grandma. Внезапно появилась grandma. Так, тут мы нарушили немножко повествование. Надо было тогда grandma сразу писать тоже. Ну, возможно, она не с вами живет, да? I get on with her very, very, very well, да? I can talk to her about everything. She helps me with, не знаю, чем-то там. Окей, что еще? Надо спросить, is your question about her best friend? Ага, you mentioned your best friend, Alexa. What is she like, да? Какая она? Where did you meet for the first time? Или там how long do you know? How long have you known her? Как долго ты ее уже знаешь? And do you have some common hobbies? Есть у вас общие хобби?
Я подозреваю, мы уже вылезли за 140 слов очень сильно. Угу. Помни правила написания письма. Здесь у нас дорогой, ну уже не Боб, а Dear Eve. Вы же Еве пишете, да? А здесь lots of love. Lots of love. Say hello to your family. Что-нибудь такое. Say hello to your family. Lots of love. И как вас зовут? Ну, в общем, тут ваше имя. А Лексуа будет вот здесь, во втором про вопрос. Ну, в принципе, все. Да. Можете даже нашу волшебную кальку вот эту взять и посчитать, чтобы не считать слова, сразу писать в ней, где у нас на каждой строчке по 10 слов, да? Распечатать, и будет вам счастье. Ну, или сидите, пересчитывайте слова. Ну, опять, это все визуально, примерно можно оценить. Другое дело, чтобы вас резко не рубили, потому что есть такие правила, некоторые экзамены, некоторые учителя, которые режут вот все, что выше 140, плюс-минус 10%, все уже не считается вообще письмом. И вот эту часть вам даже проверять не будут. И получается, вы не уложились в формат письма. Получается, вы написали много и хорошо, а вам подрежут, зарежут и снизят балл. И, то есть, получается, у вас нет conclusion, нет вот этого вывода, или, как сказать, прощальной closing remarks, у вас нет прощания, у вас нет раскрытой все темы, и будет очень обидно. Но это, что я могу сказать, посочувствовать только. Это дурацкий этот формальный подход. Да. Ну, ничего. Эйнштейн физику тоже не любил, а, видите, ему это не помешало. Ну все, пока-пока.